Мы в Анкаре пришли на ужин, обед, я уже не знаю, что это у нас. Это все икра, то есть подарок. Прибыла еда. Это что? Это что-то? Это сачка. Это пиде, а это куриный сачка. Мой телефон сейчас упадет. В Самсоне еда была невкусная, еда сухая. А здесь, во-первых, порции большие и очень вкусные. Еще много, очень много разных. Как в качестве подарка тебе преподносится всяких разностей. Икра продолжается без мороженка. Сладкое, это как называется? Чизнефе. Ну вот так все выглядит. Ой, мороженку кладем на тинофе. Вот так вот очень вкусно. Кинефе с мороженкой. А это манка, как сказали девочки. Сладкая манка. С орешками. Вкусно. Мы вышли на центральную улицу. Ну, мы из нее не выходили, у нас отель здесь. Смотрите, здесь для любителей своих телефонов покупить им кобуру. Здесь их просто миллион. Мне дайте за деньги. Здесь очень много. Еще вот такие вот шнурочки. Ой, смотрите, какие прикольные. Медвежонок. С мультика, я не помню, как его зовут. Ну, прикольно так, вот смайлики. Ну, в общем, вы поняли. Это все, вот это все. Каждый, ну, как все. А, цена каждой кубры 60 тале. 60 тале это 6 монат, то есть где-то 4 доллара, вот так. То есть вообще не дорого. Вот давайте я вам покажу один интересный. Смотрите. С песочек. Классный, да? Мялике в кала. Ой. То есть на азербайджанском. Кепки стоят 40 теле. Маечки. Маечки. Маечки тоже, да? А, маечки вообще 30 теле. Ой, это даже доллар не делает. Гуляем по главной улице. Здесь ресторанчики, кафешки, кофейни, магазинчики разные. Все очень дешево. И в основном ресторанах они соревнуются между собой, кто больше даст икрам. То есть кто больше даст. Ну, когда ты заказываешь, они как подарок тебе доставляют и мороженое, и сладости, ну и разные. Боже, везде очень много размахивает рукой. Нельзя. Вот. Сейчас я вам покажу. Смотрите, сколько тут носочков. Чашки. Сумочки. Гарфилд. Люблю его. У них можно купить номер 3 гигабайта 63 теле, 20 гигабайт 115 теле. Это приблизительно делает 115. Где-то 10 долларов. 20 гигабайт. Еще там минуты бесплатные.
Людей слишком много, я максимально отдалила камеру. Потому что такое ощущение, что я прям их затылки снимаю. Людей очень много. Представьте, я подняла руку, чтобы... Вот так вот подняла руку, чтобы завязать волосы. И я вот этой частью руки ударила парня по лбу. Понимаете? Они вот слишком близко стоят. Зашли в магазин. Давайте я вам покажу цены в Анкаре. Например, вот эта вот кофточка. Странная, правда? Она стоит 119 столе. 119 столе, это $10. Что еще вам показать? Так. Сейчас посмотрим сарафанчик какой-нибудь. Вот это вот страшненькое платьице. Стоит... 24, здесь 45, здесь 45, это... Ух, как же сложно. Ну, где-то 19-18 долларов. Цены чуть выше, чем Samsung. Купальники здесь стоят... Где-то цена... 27, 270, 270, это... 19 долларов. Приблизительно. Есть такой вот купальник, он стоит $10. Труселя еще его не нашла. Посмотрите, какое количество людей, переходящих дорогу. Так, давайте я отдалю. Вот это четыре разделяющие стороны, это главная улица. Хотите, идите направо, хотите налево. Везде это торговый, это молл, торговый центр. Кругом магазины и кафешки. Станция называется Кызылай. Если будете брать отель, то берите здесь, потому что это самое сердце. Мы перешли дорогу. Это, значит, со стороны торгового центра. Здесь везде магазины. Абсолютно все улочки в Кызылай вот так вот выглядит приблизительно. Что кто, где шире, где уже.